Всем привет! Сегодня прекрасная погода, прекрасное утро, прекрасный день и прекрасный завтрак уже готовится. Красавица жена уже готовит прекрасный завтрак. Уже без 20:10. Что-то там уже. Уже давно пора. Давно пора позавтракать. Я уже с утра успела сделать даже депиляцию. Ну ты какая? А вот авокадо не думает так. Что прекрасный день. Что день прекрасный, да. Да, что-то он у нас рос 2 года, а теперь вот решил загнуться. Не поймем. 2 года рос. Может быть то, что ему земли мало, пора было его переслаживать. Да, почти в потолок уже упирался. Но... И он был весь в листьях, чтобы вы поняли. Возможно, маленький горшок. Он был полный. Вот как дерево полностью весь в листьях, да. Жалко. А теперь вот что-то с ним не то. Ну, мы попытаемся его реанимировать. Завтрак уже на столе, и мы уже за столом. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Смотрите, что у нас случилось с градусником. Когда был вот этот сильный ливень, у нас просто все затапливало. Каким-то образом вода попала в градусник. Никогда такого не бывало, он у нас висит уже тут 2 года. Вот, и получилось, что вот тут вот потемнело. Хотим купить... Мы поедем в бау-центр за краской в баллончиках, там, для мебели. И купим, наверное, новый градусник. И, кстати говоря, гляньте, какая температура. 38 градусов. Время сейчас, чтобы вы понимали. 11:30 утра. И уже вот такая температура. 38 градусов. Я думаю, что сегодня будет очень жаркий день. Собираюсь, уже накрасилась. Собираемся, сейчас поедем в Леруа или в Бау-центр. Нужно еще кое-что для купить для съемки видео. И, скорее всего, еще мы, может быть, посмотрим штатив или световое кольцо. Так что, вот, собираемся, красимся, сейчас поедем. Видите, у меня пятно выскочило, это от солнца. У нас очень сильно активное солнце. Нужно защищаться, постоянно мазаться факторами защиты самыми высокими, потому как только выйдешь, что-то сразу вылазит. Причем это не у меня одной. Ну, вот, кстати, еще на плече, видите? Это не у меня у одной. Все жалуются, что ужасно активное солнце, у всех лезет аллергия. Очень-очень сильное солнце. Несмотря на то, что середина августа, видите, и жара, и солнце прям ненормальное какое-то, поэтому прячемся как можем. Мы еще никуда не поехали, Саша там занят по работе, а я решила приготовить обед. На обед у нас будет пирог с капустой, молоденькой капустой, поэтому я ее не тушила, она просто свежая в пироге. Тесто я всегда делаю на глаз, использую вот такую цельнозерновую муку. Французская штучка. Вот так она выглядит, я ее в Ашане покупаю, это 2-килограммовая пачка. А пересыпаю вот такие баночки из Икеи. Это очень удобно. У меня таких несколько. Вот здесь еще такая. Тут у нас... Тут у меня еще кукурузная мука и ржаная есть. Напекла я из цельнозерновой. В общем, вот такой вот капустный пирожок. Уже печется у меня в духовке. Заливной. Заливной пирог. Видите, тесто чуть-чуть. Капуста не тушеная, рецепт элементарный, как-нибудь, может быть, покажу. Еще раз говорю, что я делаю на глаз, поэтому конкретного рецепта дать не могу, но вот если посмотрите, может, сможете повторить за мной, так что в следующий раз покажу. Посыпала сверху кунжутом, черным перцем, вот печется наш обед. Такая вкусняшка готовится. Думаю, Саша любит такое, капустные пироги, я делаю еще тесто, всегда чуть сладенькое для капустного пирога, оно идеально подходит, так что... Будет вкусняшка на обед. Кушать хочешь? Да. Скоро будем обедать. Да. Я это люблю. Обедать я люблю. В ожидании. Да. Да? Я занят, не мешай. Тут у меня это, мозговой штурм. Да, да. Все, все, не мешаю. У меня тут интересно. Интересная работа. Я же говорю, чувствую, пахнет вкусным чем-то. Да, у тебя еще спецзаказ загорелый. Да. У меня вот... Румяный. Такой, ну да. Все, приятного всем аппетита. Капустный пирожок будем кушать. Давай, я уже начинаю. Приятного аппетита. Mm-hmm.
Так ты перчатку засняла? Нет, я же мою пол. А мне нужно твою башку. Убери. На улице уже смеркается, у нас планы изменились, и мы поедем завтра по всяким таким делам. Сегодня так получилось, что нам нужно было остаться дома. Зато мы собрали полочки, поубирались дома, я погладила всю одежду. В общем, все домашние дела сделали. И, кстати, вот хотела показать, я разрезала белый арбуз. Вы когда-нибудь пробовали белый арбуз? Вот так он выглядит. А внутри он, ну, он не совсем красный, он такой розовый. Хотя на камере выглядит, как будто он красный. На самом деле он такой розовенький. И вот он намного белее, чем тоже выглядит на камере. Вот он прям очень похож. Такой действительно достаточно светлый. Кто-то монтирует влог. Кто-то монтирует влог. Задумчивости. Я режу тебе белый арбуз. Вот такой получился у нас сегодня домашний влог. Весь день мы делали какие-то домашние дела. Ну, приятные. Это было приятно и классно, да. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И ждите новых влогов. Увидимся. Пока-пока.